И вновь пришел на улицы центральной усадьбы хозяйства веселый праздник новоселий. Сегодня ключи от новых благоустроенных квартир получают еще 16 семей колхозников. Среди новоселов семья механизаторов Николая Николаевича Черных и Владимира Осиповича Фадеева, учительницы Ольги Дмитриевны Власовой, молодого специалиста, культработника Марии Михайловны Шайхутдиновой. Есть у нынешнего новоселья особая примета. Сводом новых домов досрочно выполнен один из важнейших разделов плана социально-экономического развития колхоза на 10-ю пятилетку. За неполные 4 года введено 2000 квадратных метров жилья. Также успешно ведется в селе и строительство культурно-бытовых объектов. Правление колхоза направило на эти цели более 1,5 миллиона рублей. Гостеприимно распахнул двери новый дом культуры. Прекрасный подарок получили и самые юные жители села. Для них построен детский сад. Справила новоселье сельская школа «Восьмилетка». Остается добавить, что колхоз имени Ленина уже выполнил 5-летний план по продаже хлеба государству. Здесь за последние годы сумели вдвое увеличить производство молока –